А теперь о цивилизованных способах обращения с мусором. В Нижегородской области состоялся тестовый запуск мусоросортировочного комплекса на полигоне твердых отходов. Этот масштабный проект для Нижегородской области, и поэтому проконтролировать тестовый запуск производства приехал глава региона лично. Это передовой высокотехнологичный комплекс, по сути, промышленное производство полезных фракций для последующей реализации. И это означает, что страна в целом переходит на новый этап обращения твердых бытовых отходов, а именно переходит уже к переработке, глубокой переработке. Завод полностью автоматизирован, ручной труд используется только на визуальном контроле для того, чтобы не повредить оборудование. Всю остальную сортировку производится в автоматическом режиме. Спроектирован завод специально для наших условий, для российских, чтобы сортировка работала в том числе и на нераздельном, так скажем, мусоре. В любом случае мусор необходимо сортировать. Вообще такие проекты, они несут как экономическую составляющую, да, то есть это выгодно все-таки выделять полезную фракцию, так и экологическую, естественно, потому что мы захораниваем гораздо меньше, во-первых, вредных фракций, во-вторых, в целом объем захоронения меньше. Ну и он несет в себе также и образовательную составляющую функцию, потому что мы таким образом можем объяснять пользу раздельного сбора мусора или качественного обращения с твердыми бытовыми отходами. Я обратил внимание, что здесь в комплексе оборудована образовательная комната для детей, то есть планируется детишек привозить, рассказывать, как правильно обращаться с отходами, что очень важно.